Мне так она нравилась, думаю, блин, так круто смотрится. А, вот. А, тут девушка такая, вот этот парень. Нет, нет, пару треков осталось. И вот эта строчка меня, конечно, смущала, потому что я понимала маленьким ребенком, будучи, я понимала, что это такое, ну, это типа из взрослых что-то, из тайн взрослых, и мне так, вот мне тогда уже было вот прям неловко это петь, так прям, фу. И что у меня резонанс вызывал, что она здесь практически вообще безэмоциональная, такая вот как мертвая, да, просто рот открывает. А эти на фоне парень с девчонкой, особенно парень вот этот, да, с ежиком, он прям тут отрывается в танцах. И это прям, я не знаю, какой, я не понимала, почему так, но мне это так все нравилось. Вот я говорю, это моя самая любимая песня, самый любимый клип детства. Я вот говорю, я ее наизусть знаю, я не знаю, ночью подними меня, я ее спою всегда. Из других планет все видят нас. Мне так хорошо с тобой мечтать об этом. Где-то над землей мы парим с тобой и в облаках, как лавины снежной гора. Нас накроет счастьем и теплым ветром. Я пыталась, блин, я вам рассказываю реально, то есть это мысли мои, вот размышления вот в детстве, ну, мне было сколько, господи, ну, я начала 4-5 лет, 4-5, вот, где-то, вот с такого возраста, да, по-моему, я помню, я в школу еще не ходила, да, у нас еще ремонта дома, я помню, не было, зал большой был, еще перегородки не было, и вот Катя приезжала, сестра моя, и мы спали в зале, ну, я спала, у меня своей комнаты не было, я спала в зале, и вот она со мной спала всегда.
И вот это и было все, это вот этот клип. Уже. И клип, или клип чуть позже. Но вот эти танцы я пыталась повторять, но ну, я так ребенок, мне это нравилось, но мне казалось, у меня не получалось, и мне казались вот танцы в этом всем очень сложно. То есть вот это я пыталась повторить, а вот то, что они тут руками делают, мне это казалось, блин, это так сложно, но вот вырасту, я научусь. И я единственная радовалась, когда у меня вот это солнышко получалось. Я не помню, как я по-своему делала. Но, блин, видите, какая я вот была, вот странная я особо, да. Это я не то, что я сейчас придумала, это вот я просто, я вспоминаю, как реально на самом деле было. То есть у меня с детства уже, у меня, говорю, какие-то там просто кутерьма в голове была. Ой, это всегда, с этим треком у меня вот прям максимальное количество эмоций. Ах ты такой дрянь. А выросла на руках и научилась не только так руками делать, да? Ой. Нет, офигенно вообще, я говорю.